Всем доброго времени суток, как говорит мой хороший знакомый скалпер. Сейчас я вам покажу небольшой фокус по поводу прокачки персонажа после 10 уровня. Мы находимся на болотной дороге Любич, куда попадают новички после 10 уровня. По квесту от Дебенко. Это легендарные мухи. Сейчас я вам покажу, где можно будет достаточно быстро, безопасно и не так затратно прокачать своего персонажа. До 22-го это за недельки две, за недельку можете активно действие сделать. Первое место прокачки здесь. Но оно самое такое. Ну, не скажу, что оно хорошее. Мух здесь мало. Делается очень просто. Прокидали. Попробуем. Для меня это было первое место, пока я не узнал о втором месте. Переключайте в 4 режим. Один выстрел. Сколько у вас идет на ПВЕ сервере? 680 плюс подбор. 100 очков. В отряде это будет прилично. Я с своим напарником, как правило, если в полном отряде или просто с напарником, прокачка была очень неплохая. Часов другой постреляли, надоело, убежали. Но в любом случае, очень хорошо поднимать. Те, кто, ребята, увидят сейчас это видео и которые меня знают, они подтвердят. Второе место — дерево легендарное. Вот обходим с этой стороны. Здесь более-менее. Главное, чтобы по центру там зайти. Многих я на это дерево на половине сервере водил. Сам здесь поднимал по-быстрому. Всем хочется играть достаточно прокачанным персонажу и очень на это потратить не так много времени и не так много денег. На Руси, ребята, все это должны знать. Они прекрасно это знают. Сначала зачищаем здесь по кругу территорию. Здесь можно и с Джеком пройти неплохо. Ваша задача — подойти вот сюда. Зачистили территорию, чтобы не мешали. Я считаю, это приятный бонус здесь непосредственно. Помощь такая. О, кто-то здесь уже умирал. А, стоп, это я и умирал. Вчера. Неохота было бежать обратно. Ну вот, территорию мы зачистили. Вот это дерево. Ориентирую, здесь небольшой корень, вот он тут. Вот так, в принципе, на него. Сейчас попробую, когда как у меня получается. Получается, давай с первого раза, когда я часто прыгаю. Сейчас мне просто уже лень здесь находиться. Это же не тот уровень для меня, чтобы здесь на руку поднимать опыт. Небольшой разбег. Прыжок. Сейчас мы еще рабочим. Вот. Вот такой вид, когда у вас получается, это означает, что вы забрались. Переключаем от первого лица. Внизу вот это должен ветку быть, а это на уровне глаз. Все, вот видите, мухи внизу. Прокидываем камушком по кругу. Пару-тройку раз прокидать, потом они сами сюда будут просто уже лететь. То есть можете отойти покурить. Отстреляли группу. Пошли минут 5 покурили. Дела поделали. Вернулись. И отстреляли по новому. И так. Неплохо. Ну вот, теперь смотрим. 3 выстрела. Я стреляю 2 нулями. 4 нуля — такой же эффект.
и все. Нет? Вот сзади вот муха вот здесь вот появляется. Я вам ее советую не трогать. Во-первых, она как бы подзывает вот тех задних. Как правило, на нее реагируют, а они подлетают сзади. Поэтому выстреливайте в основном вот здесь. Все, вот. Теперь можно отойти, прокидать еще разочек. Пустые места, ну скажем так, по кругу, а там они уже будут сами слетаться. Можно повыше, можно по низу, можно сидя. Вот видите, полетели родные. Можно так. На ру-сервере это крылышки, это был заработок. Здесь, как правило, это не заработок на ПВЕ, а чисто прокачка персонажа. Все. Часок другой постреляли. Добили, сколько там не хватает опыта там для чего-то, например. Или просто сели на дерево и стрелять сколько вам есть. Набивать опыт. Дальше. Что дальше? Как сюда лучше подходить на начальных этапах? Вот я свой второй персонаж качал так. Я купил пару цинков, чтобы бегать мог. Таблетки. И все. Запрыгнул, активировал цинки, активировал таблетки и пошел шмалять. Потом, когда прибавляется у вас вес на персонаже, прокачиваете вес рюкзак, прокачиваете способности его. Можно уже сюда будет бегать с простыми 4 нуля. Закупаете. Пока по дороге идете на кабанов запасы можно идти. Чтобы не бежать, а идти. Но главное, чтобы сюда вы могли подойти с таким условием, чтобы могли попрыгнуть. Прыжок обязательно. Небольшой. Если вы будете, как говорится, только пешком, то смысла сюда идти не стоит. Можете вон там около УАЗика постреляться. Ну, в общем, расстрелять патрон до тех пор, пока не сможете подпрыгнуть. Потом спокойно сюда приходите, подпрыгиваете, вот видите, сборище пользуется. И так, это мало еще, это еще мало. Это еще мало. Настрелялись от души, прокачали опыт. В отряде, конечно, с таблеткой это вообще прекрасно. Здесь опыт идет больше на ПВЕ, чем на ПВП. На ру-сервере. Поэтому здесь, например, вдвоем в отряде. Вот. Здесь вдвоем в отряде. Такое же количество опыта, как в полном отряде на ру-сервере. Почти 1000 идет с подбором. Почти 1000 идет здесь. В отряде. Так что считайте, сколько здесь можно за час, за два нашмалять опыта. Смотрите. То есть скучать здесь не приходится. Я могу отойти на пару минут. И здесь наберется такая стая, мама дорогая. Дальше в 9 Москвы. В 9 Москвы вот здесь вот. Большая куча мух респец. Отстреляли туда, камушки накидали. Они все сюда слетятся. Да еще, ну, с 8 утра и до 9. Ну, здесь хороший респ. Ну. А вот здесь вот появляется в 9, 9.02. Здесь появляется большая гигантская муха. Вот. Ну, от нее толку мало, поэтому это не боссы. Вот так. 2000 баллов получится за нее. Она не летит, она просто подплывает сюда. Видимо, тушка не позволяет. Это вот как раз ребятам, кто хочет просто прокачать персонаж. Достаточно быстро, достаточно безопасно и достаточно дешево. Вот. Все, поднимите. Здесь не советую сидеть подолгу, я имею в виду по уровню, когда 22 уровень подняли. И можно спокойно уже открыть перки свои 22 уровня. И можете спокойно уже дальше бегать, уже более защищен, более прокачан. Это достаточно спокойный способ, быстрый.
Это не снеговики, у которых большой расход патронов и большие дела. Ремонтники, как говорится, стволы чинить после каждого забега. В общем так. Это не черви, потому что до пустоши еще надо дойти. Это не по кабанам тут шмалят бегать. Как не угорел. Это вот на дерево сел и спокойно. Отстреливайте. Одного выстрела в глаз достаточно. Что двумя нулями, что четырьмя нулями. Потом переключаемся с режима, если хотите уйти. Можно умереть под деревом, чтобы сразу перелететь на стартовую площадку костру. Можно пройти обратно. Ну и все, тут ничего страшного. Ну все, если кому помогло, буду рад. В принципе, я сюда не первого новичка уже приводил, на это дерево показывал. Потом ребята просто спасибо говорили. Ну все, всем пока, желаю удачи.